Всем привет! С вами Hightech Mail.ru. Меня зовут Александр Бабулин. Я эксперт по электронным книгам. Покупая Reader, пожалуй, каждый сталкивается не только с вопросом «что?», но и в каком формате читать. Поэтому сегодня мы научим конвертировать книги в специальные форматы, подразумевающие грамотную работу со сносками, шрифтами и другие приятные вещи. Для конвертирования текста в различные форматы существует множество специальных программ. Мы возьмем популярную программу Calibre, которая помимо корректной конвертации может также служить каталогизатором для вашей библиотеки. К тому же Calibre поддерживает большинство ридеров. Процесс конвертации происходит следующим образом. Находим на верхней панели кнопку «Преобразовать книги» и выделяем либо ту книгу, которую вы хотите преобразовать, либо сразу всю библиотеку. В открывшемся окне можно отредактировать всю информацию о книге и задать формат вывода. Список форматов книги обновится. Нужный вы можете копировать на Reader прямо из каталога Calibre, либо искать в папке Calibre Library, созданной программой на вашем логическом диске. Наилучшим образом Calibre подойдет обладателям Amazon Kindle, столкнувшимся с необходимостью постоянно конвертировать все электронные книги в формат MOBI. Несмотря на то, что Kindle понимает также тексты и PDF, читать именно в формате MOBI наиболее удобно. Существуют и более простые способы конвертации, в частности, однокнопочные онлайн-конвертеры, позволяющие перегнать книгу из одного формата в другой, даже не устанавливая специальный софт на компьютер. Они не всегда сохраняют исходное форматирование, но, как правило, такого способа вполне достаточно. Для примера возьмем этот конвертер. Работать с ним элементарно. Нажимаете на кнопку «Обзор», выбираете нужную книгу и желаемый формат. Все, можно сохранять необходимое в выбранную папку. Недостаток сервиса – это отсутствие возможности конвертировать формат MOBI. Для этого существуют специализированные ресурсы.